Ты как машина, всегда работаешь, работаешь, работаешь. Дернул локатор, дернул локатор. Турнир проходит в селе Аскиз с 27 марта по 29 марта. Сегодня идут уже заключительные бои. Иннокентий Семенович проработал в Аскизском районе более 20 лет. Приехал сюда с Ташкента. Подготовил здесь 10 мастеров спорта в Аскизском районе. Около 20 кандидатов мастеров спорта. Ну и массовых разрядов тоже ребят много у него. Занимался тренерской деятельностью и в Ташкенте, и в Башкирии начинал свою тренерскую деятельность. Город Стерлитамак, город Уфа. Работал по приглашению в Новокузнецке небольшое время. Ребята предложили, воспитанники его, чтобы увековечить память. Согласились и поддерживаем вот этот турнир. Уже 6-й год мы проводим. К нам приезжают сюда из разных регионов Сибири, приезжают даже с Узбекистана команда приезжала, с Башкирии команда сюда приезжала к нам. В этом году вот здесь участвуют больше 100 участников, боксеров, ребят с Кемеровской области, с Красноярского края, с Тывы, с Хакасии, с нашей. У меня два спортсмена. Один в достойном бою уступил, второй выиграл. Провели по три боя на этом турнире. Много достойных ребят. Тува, Кемеровская область, это Междуреченск. Вся Хакасия собралась почтить память Иннокентия Семеновича Шалгинова на этом турнире, на ежегодном. Ну, приезжаем ежегодно, достойный турнир, хорошие призы. Надеемся, будем всегда приезжать сюда. Меня зовут Чупачаков Валентин Валерьевич. Я мастер спорта международного класса по боксу. На данный момент работаю тренером в селе Аскиз. Я сам когда-то занимался боксом, и начиная с 16 лет я находился в составе сборной России. Начиная с сеньоров, потом молодежь и заканчивая взрослыми. Я находился в обоих сборных. Провел многие турниры в составе сборной России. В многих странах боксировал, участвовал. В 2014 году мне выпала честь представлять нашу страну на всемирных играх боевых искусств, где я занял первое место. И в конце года, в 2016 году, президент России Владимир Владимирович Путин пригласил чемпионов к себе на встречу с резиденцией. И я удостоился чести общаться с президентом, поговорить с ним о спорте и о многих других моментах.